Ребята, Ашан, с Новым годом, пряники, гляньте, какой пряник, даже для себя или на подарок. Так, вот этот стоит 72, а вот этот побольше 122, гляньте, какой он красивый, как открытка, вообще шикарно. Это еще не все, еще вот такой. Так. Вот такой снеговик. Боже, как здесь пахнет. Здесь обалденно, ребята, пахнет. И вот такой еще. Так. Смотрите. Пряник ангел. Уже можно даже вешать на эту, на елочку. Сердечко, гляньте, какой домик, 120. Синюшка, гляньте, какой дом огромный, тоже из пряника, шикарно. Он елки, даже окошко сделано. А с этой стороны дверцы. Так. Вот такие наборы тоже классные. Боже, сколько они? 110 гривен. 5 штучек. Такие. Снеговик и елка. Новогодние безе. Тисточку безе. Гляньте, зеленая. Киндер елочка. Немножко дороговато. Вот эти тоже наборы, ребята. Очень вкусные. Что здесь входит? Вот. Это входит, и он стоит 136 гривен. Кто-то забыл такой маленький наборчик. Но мне кажется, они повкуснее, чем вот эти вот такие. 65. Вот этот поинтереснее. Вот такие с Новым годом. Сколько они? 97 гривен. Сколько здесь? Полкилограмма, наверное. Да, полкилограмма. Вот такой тоже. 72. Снеговики. 64. Ой, прям, знаете, как я вспоминаю сразу открытки. Я когда был маленький, собирал открытки. Открытки, календарики. Так, здесь уже олени. Лякая машинка. Merry Christmas от Рошен. Шестьдесят две гривны стоит. Тоже от Рошен. А это что у нас такое? Набир кондитерский. 99. 100 гривен почти. Еще Рошен. 79. А, это тоже. Люди берут, потом оставляют, передумывают. Берут такой АВК за 79. Гляньте, здесь даже написано, что входит в эту коробочку. Так, еще один домик от Рошен. Ой, смотрите, это для девчонок, для девочек. Красиво, да? 62 гривны. Как сумочка. Так, новогодний Рафаэлло. Да, я еще такого не видел. Тоже как сумка. Гляньте.
новая упаковка. Так, вот это Ferrero. Ой, гляньте, какие. Ой, это вообще 320 гривен набор. Вот это 405. Вот это 322. Гляньте, как придумано. Как будто конфетки. 84, чуть поменьше. Вот такая. Ой, это вообще 464. Такой набор. Этот 405. 565. Этот самый дорогой. Так, большие киндеры. Как копилку. Потом можно использовать. Опять поросят. Так, 112 гривен. Не, ну классно придумали, да. Накопилка сразу потом можно использовать. Так, вот такой набор. Ого, 185. Здесь почти килограмм, 900 грамм. Вот такие домики, щелкунчик. Так, Гапчинска. Кофейный, 25 гривен. Нормально. Шикарно просто. Ой, 130 гривен, гляньте, целый дом. Рошеновские. Ой, интересно такие. Так, с Новым годом, котенок возле камина, 115 гривен. Ой, красиво вот это вот. Все мои любимые. Баунти, Твиксы, Сникерсы. 236 гривен. А, вот так вот переворачиваешь и откручивается вот здесь. Так. Я сразу вспоминаю открытки. Блин, как будто в детство вернулся. Ребят, правда, интересно. Хорошо, что есть у нас такие праздники, как Новый год. Поросенок. Еще хрюшки. Так, цену не вижу. А, вижу цену. Сейчас вам покажу. Вообще классно придумали, вот что входит в наборчик. 60 гривен. Машинка. Кто-то тоже оставил. Вот наш Миколай. На санках. Так, 149 гривен вот такой наборчик. Так, это что новое? Я такого не видел. Лесные ягоды. Тирамису. Шоколад, орехи. 37 гривен коробочка. Так, коробки конфет пошли. Так, еще вот такие прикольные тоже конфеты. Туфи-фишки. 197 гривен. Елка. Поросята. Боже, как прикольно. Оригинально придумали. Вот это мне нравится, этот поросеночек. Так, еще домики. 109 гривен. Как будто ярмарка. 3D. Антикоробка в 3D. Так, для девчонок. Будинок принцессы. Домик принцессы. 109 гривен. Тоже оригинально.
попал в пробку, короче, жесть. А, еще вырезать, там принцесска, наверное, и вырезать наряды для нее. Получается бумажная кукла и одежки. Так, это что у нас? Свитуч. 74 гривны. Так, здесь целая семейка под Новый год. 86 гривен. Состав, что входит в наборчик. Это тоже красивая упаковка. Домик, костер, камин. Елка. Уже кто-то распечатал. Хрюш. С 57 гривен. АВК Миколай. Так, вот такой поезд. Ой, тяжелый. То это Барни. Пятьдесят две гривны. Хрюшка. 47 гривен домик. Миньоны, сколько они стоят? 62 гривны. Вот такие конфетки в такой коробочке. 74 елочка. Конфеты уже готовые на эту, на елку. Ой, гляньте, как красиво. Прикольно, да? Леденцы. Зайчата. Большой Дед Мороз. А, это киндер. Ну, киндер вкусный шоколад. Может, себя побаловать. Прикольный целый домик. Гляньте, какой набор. 472 гривны. В такой железной клетке. Гель для душа, лосьон. Что здесь еще? Соль для ванны. Шампунь, наверное. Вот такой маленький. Винтажный набор. Лосьон для рук. А, крем для рук и фут лосьон. Чистая линия вот такой. Здесь что у нас входит? Дневной крем и шампунь. А, тоник. 53 гривны. Так, вот такой наборчик тоже, как будто коробочка такая. Молочко, дневной крем. Фитокрем для кожи вокруг глаз. Сколько он стоит? 115 гривен. Так, это тоже. Что это за наборчик? Гель для душа и дезодорант. 63 гривны. Ой, какой красивый. 68 гривен, гляньте. Масло какао. Увлажнение. Шампунь и бальзам для волос. Еще один набор. Тоже из этой серии. Дафт. 58 шампунь и гель для душа. 58 гривен. Нормально. Девяносто четыре гривны. Вот такие наборчики. Гель для душа и еще что там. И крем для тела. Так, Нивейки. Вот этот интересный тоже. В дорогу нормально будет, да?
дорожный набор. Или вот такой. Набор Космия, это их марка, 242 гривна. Дневной, ночной и какая-то сыроватка. Гляньте, какая красивая, боже. Ваниль и шоколад. А, еще что-то. Вишня. Боже, какая красота, гляньте. Такая, как будто ванна. И в ванне все вот это вот дребедень. Так, вот это тоже красивый наборчик. Сколько он стоит? Ого, 487. Набор Джонсон. Джонсон, 51 гривна. Гель для душа и мыло. Гранат, а здесь, гляньте, гель для душа и мыло. И второе мыло в подарок. По этой же самой цене. Так, набор Фа, 71 гривна, Риксона, антиперспирант, гель для душа и косметичка. Так, набор Дав, мыло и гель для душа. Ой, гляньте, как красиво тоже упаковано. Крем для рук, мыло. Омолаживающая серия. И крем для лица. 109 гривен. Зеленая аптека. 35 гривен. Дуру. Самый дешевый, наверное, наборчик. Да, 57 гривен. Хороший набор. Невея 124. Пантины. Так, это уже территория Мэн. Фа, шариковый дезодорант и гель для душа. Сьос, шампунь 162 гривны. Этот наборчик 87. Гель для душа и дезодорант. Арку 65 гривен. Вот такой наборчик. Все будет гладко. Пена для бритья и бальзам после бритья. $94 такой набор. Гель для бритья. Да. Пена для бритья, бальзам после бритья и гель для бритья. Зачем два? 87. Гляньте, гель для душа и ополаскивайте для рот. Ну как такое дарить? Ой. Ну оно красиво. У меня упало. Ну куда это? Не запечатано. Old Spice. Боже, что это у меня сейчас все падает? Кто-то смотрит на меня, наверное. 94 гривны набор. Дезодорант и гель для душа. Антиперспирант и гель для душа. Гель для душа, шампунь. 122. Нормально. Станок, но это, я считаю, индивидуально у каждого. Должно быть. Так, Невея. С косметичками. Пена для бритья. Шариковый дезодорант. И лосьон после бритья. Ну и косметичку от Невеи получаете тоже. $262. Нормально. Так, пена для бритья. Крем для лица и бальзам. Бальзам после бритья. Сколько этот набор? 172 гривны.
Ну зачем это открывать? Косметичка. Ой, гляньте, какой набор. Прикольно. Что это такое у нас? Даже мне интересно. Так, что у нас здесь входит? А ну, перевод, не вижу. Очищающий гель. 2 в 1. 3 в 1. Ну, второй. Питательный бальзам с органовым маслом оказывает питательное и смягчающее действие для бороды. А, это уход за бородой, понятно. И что у нас третье? Гребенец. Понятно. Это уход за бородой. Боже, что так не выдумают? 179 гривен. Косметички. Для девочек и для парней. Прикольный набор. Для девчонок. Ой, гляньте, какое. Заяц Егорка, гель-мыло. Гель-мыло и мыльные пузыри. Мыльное развлечение. О, это для маленькой леди, гляньте, 237 гривен. Замороженное 122. Так, это для мальчишек, пенка для купания, детский крем. Так, это для мамочек. Набор для купания детей. Без слез. 75 гривен. Миньон 237. Гель для душа и вот эта вот штучка. Миньон с языком. Так, тачки. Маквин. Вот он, Маквин. Кулмен. 56 гривен. Гель для душа и гель после бритья. Мандарины, апельсины. Все вместе. Это мандарины такие большие. Все, ребята, всем пока.